Команда регионального Минфина во главе с министром Андреем Пшеницыным отметила вековой юбилей финансовой системы восхождением на гору Карандаш в Кусинском районе области. Место было выбрано не случайно. Карандаш считается самой древней горой на Земле. Всего в походе приняли участие 60 человек, сотрудники и руководители Южно-Уральского Минфина. Но из-за дождливой погоды на вершину горы отправилась группа из 17 человек под руководством главы ведомства. Преодолели путь протяженностью 18 километров. Карандаш представляет собой геологические остатки Уральского хребта. Его высота 610 метров. С горы открывается вид на скальный хребет Юрма, гору Таранташ и вершину Таганай. Уникальность этого места в том, что, по оценкам некоторых ученых, гора состоит из редкой магматической породы израндит. Его возраст оценивается в 4 миллиарда 200 миллионов лет. Это немного меньше возраста планеты. Также существует версия о внеземном метеоритном происхождении этих пород. Добавлю, что это уже не первое масштабное мероприятие, которое проводят региональные финансисты в честь столетия системы. Весной 2018 года они высадили юбилейную аллею молодых саженцев на Алам-Поле, а летом покорили Эльбрус, самую высокую гору Европы.